Ты чувствуешь себя более уверенно, чем без туфель? Да, я Блин, я показываю, что ты хочешь купить. И она все подходит тебе, да? Да, я Доля да, сказала очень тихо, так что вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы будем снимать для вас новые видео. Мы прибыли к нашему Дубай Молу. Это где? With aquarium, yes? Yeah, aquarium. This go to inside another side. No, it's the biggest shopping mall in the world. Yeah, the very big shopping. This is the Burj Khalifa. Inside have taxi? Yeah, there is taxi parking. No. Inside small taxi, yeah. Oh, really? Yeah. Oh, electrics? Yeah, electric taxi. For lazy people? Yeah. Or it's very, very big? No, very easy for people. It's small taxi. Free or for money? No, money. Ah, okay. Here nothing free in Dubai. Yes, I know, maybe just air. And sand, it is free. I understand this. Yeah. This is taxi. Oh, big taxi. Yeah, this is for tourists. Mm-hmm. Okay, I drop you here, can you walk here, but this is not allowed in the main area. Yes, thank you. Так, вот мы зашли уже вовнутрь этого шоппинг-мола. Конечно, он огромный. Будем его сегодня обходить, смотреть, заходить в магазины. И вот первое, что мы увидели, роликсы. Сейчас мы купим одни часики и поедем домой завтра. Дотя, я шучу. Я просто имел в виду, что тут они, наверное, имеют хорошую цену, что даже ценников нету, чтобы просто не пугать туристов. Чтобы туристы хотя бы заходили. Потому что если написать сразу цену, туда никто не зайдет. Да, маме нравится с розовым. Сейчас пойдем купим. Сейчас мы зайдем в Rolex. Rolex Center, да? Отлично, пошли. Куда сюда? Смотри, какая стена, Юль. Аквариум. Класс, вообще. Сейчас заходим в этот магазин, наклоняйся. Ух ты. Вот такую стену бы дома себе сделать, да? Такой аквариум. Между комнатами. Это такой рыбный магазинчик. Здесь продают всякого рода рыбку. Осьминожки, черепашки, пингвинчики. Ух ты, какие классные сувенирчики. Это что такое? Жабка? Ручка такая. Красивая ручка в виде рыбки. В виде таких рыбок, да? Вот такие классные рыбки. Пищи. Сейчас мы идем в магазин сладостей. Да, Юлечка, ты хочешь сладости какие-то? Вкусняшки! Ура! Пошли, заходим! И это все из конфеток, да? Осьминожки, единорожки. Посмотрим, что продается здесь. Смотри, Юль, поняшки, Юль. Ты видел таких поняшек? Смотри, класс! Хочет попкорн. Говорит, я хочу попкорн, да? Рай для сладкоежки. Обойду с другой стороны. Здесь тоже много всего интересного. Ты смотри, сколько магических коняшек. Вау, круто! Thank you.
Ты стаканчик я вам дам. Можно купить и наполнять. Игрушки ММДМ, смотри, Юлечка. Подушечку такую себе. Хочешь? Маленькую такую. Подушечку ММДМ. А вот смотри, сколько их много. Ходишь по этому магазину и думаешь, он не заканчивается. Тут конфет немерено. О, и такие, и сердечки шоколадные. И зайчики, и уточки. Такая вот уточка конфетная. Конфеты на любой вкус и выбор. Наверное, больше магазина сладости я еще не видел. Да, Дубай, конечно, удивляет своими размерами всего. Самый большой аквариум, самый большой магазин сладостей. Что самое большое? Юлька, смотри, какое мороженка. Ням-ням-ням. Hello, Kitty. Юлька, как настоящая девочка, пошла к Hello Kitty. Смотри, какой большой чупа-чупс. Чупик. Классный. Зачем здесь очередь стоит? А, здесь делают сладкую вату. Попробовать сладкую вату по-дубайски. Сейчас посмотрим, как тут готовить. Куча людей вокруг снимает, как он делает вату. Так, вот она моя вата, здоровенная такая, когда близко снимаешь. Так, иди мои принцессы, которым я подарю это все дело, ради которых это все дело затеивалось. Да, магазин тут настолько большой, что найти кого-то тут вообще нереально. О, вон они! Иду к вам! Юлечка, Юлечка, тебе подарок! Дося! Ух ты, такой подарок, да? Такая, ам-ням, давай, полностью, лицом, ам, кушай! Ну как? Дядя старался очень сильно. Нравится? Вкусно? А дай маме попробовать. Давай, мамуля. Мама решила палочку попробовать вместо ваты. А, классно, да? Я даже не заметил сразу, что здесь столько много конфет. Вот теперь я попробую эту вкусную вату. Какая она. Вообще, вкуснее ваты никогда не ел. Самая вкусная вата. Наверное, если бы она у нас в Украине стоила так же само 150 гривен, была бы, наверное, самая вкусная вата. Да, ну, мама, попробуй. Насколько вкусная вата? Вкуснее? В Украине такой нету, да? Вообще. Я с этим полностью согласен. Юля, у тебя самый вкусный попкорн? Да, в Украине такого нет? Только в Дубаях? Так, мои девочки решили пошопиться. Вон сколько здесь много выбора. Это магазин HM. Посмотрим, что здесь H&M. Есть. Что-что? HMDM. Ну, HM тоже звучит. У нас шопинг.
Давай, мама, покажи, что выбираешь. Вязочки на голову. Давай. Примерь. Покажи, какая ты у нас арабская царица, Шахерезада. Ну все. Точно, одна нефтяная вышка уже твоя. О, и Юлька здесь. Кукулюля. Ой, ты такая. Ух ты, смотри, какой купальничек у мамы, да? Интересно, через такой купальничек будут просвечаться или нет? Это мы, кстати, зашли в этот дубайский секонд-хенд. Смотри, какая. Арабская БУ называется. Мама, как колдунья. Как колдунья? Мама, ты у нас оказывается колдунья, когда в черном. Ку-ку. Ку-ку. Ух ты. Юлька не любит сниматься, да? Я понял. Ладно, идем дальше. Юлечка увидела зеркало. Решила попозировать. Воображулька. Заходи, покатаемся на эскалаторе. Ножку вниз. Смотри направо. Юль, смотри направо. Ого! Это мы тут с тобой. Привет всем, да? Оп, все, зеркало пропало. Тебе нравится ходить с ключом? Да. Ты чувствуешь себя более уверенно, чем без ключа? Да, я крутая девчонка. Да, ты крутая девчонка? Давай, показывай мне фокус. Юлечка у нас разошлась на шопинге. Ну показывай, что ты хочешь купить. И оно все подходит тебе, да? Да, я хочу это купить. Ну давай мы померяем это все, и если оно подойдет, то купим, да? А я старше. Кепку я беру, я ложу. Ну, померяли лаптики какие. Идут такие? Красиво? Стой, да. Не бегай так быстро. А где пока пальчик покажи? Вот тут, точно, а ну покрутись. Красиво, да? Что ты купила себе? Сумочку? Теперь ты модная, да? Ну идем дальше гулять. Идем, будем кататься на такси по молу. Возьмем такси и поедем, да? Посмотрим вокруг, чтобы не ходить. Да. Наконец-то мы взяли это такси, которое катает всех людей по молу, да? Покатаемся и мы. Все катаются, и мы катаемся. Юлечка, помахай. Ты довольна сегодняшним шопингом? Да, я взяла с собой яички. Да, классно. Юлечка. Ку-ку. Цена данного такси 10 дирхан за одного человека. Он везет тебя, как говорится, от точки до точки, как он сказал, то есть от магазина до магазина. Поэтому, если будете ездить на таком такси, то выбирайте магазин подальше, чтобы покататься. Потому что если вы говорите, что просто покатать по кругу, он загинает цену 150 дирхам. А если от магазина до магазина, просто надо заранее знать, какой магазин подальше, и все. Все, we are finished? Grand parking, this is the elevator, and there is the elevator, last one elevator. Ага, okay, we need P. P? Yes. P. P, yes, P. Yeah. Так, сейчас я попытался продлить наше время катания. Потому что он уже хитрец хотел нас высаживать, а прокатил нас буквально метров 30.
Они хитрые, да? Ну, можно быть хитрее. Мы идем посмотреть на снежные горы среди пустыни. В Дубае также находится горнолыжный курорт, на котором можно покататься на лыжах. Он расположен в Mall of Miracles. В этом молле всегда очень холодно, потому что здесь расположен этот снежно-горнолыжный курорт, и температура здесь постоянно поддерживается кондиционерами. Вот смотрите, мы стоим в шортах, вот так вот в шортах, а люди там вон ходят в зимней одежде. Такое может быть только в Дубае. Они как в аквариуме такие. Эй, люди! Смотри, Ильичка, там холодно, там, наверное, температура минус 10. А у нас с тобой тут плюс 30. Да, такой высокий горнолыжный подъем. Интересно, снег здесь такой же приятный, как и у нас? Юлечка продолжает свой шопинг. Говори, что ты выбрала там? Я хотела шампунь и себе мороженое. Угу. А вот это что ты нюхала такое? Вот это. Не вот это, вот что это такое? Бомбочки. А для чего они? Это для кошек и для собак. И что, они пахнут? Да. И она нашла здесь водичку, и она где-то бум! Круто! А какой запах тебе больше нравится? Вот этот у меня запах, и я хочу... А чем пахнет? Я хочу еще купить мороженое. А в супермаркете, да, движуха какая? Супермаркету не видно конца и края. И мы тут выбираем мороженое. Юля, какое мороженое хочешь? Вот такие маленькие. Хотя бы вот реально место, где можно продать абсолютно все. Ух ты, как классно, да? Вся зелень охлаждается, сбрызгивается. Это я понимаю супермаркет, это я понимаю выбор. Реальное место для экспорта товаров из Украины. Что доставки продают, да? Да? А какой у нас продают лук порей? Дохленький. А? Да. Опа, и все, и он готов. Секунда дела, да? А, да, да? Как быстро чистится ананас. Оп, оп, обрезал. Оп, класс. Все, он уже готов. Давай возьмем что-нибудь, покушаем. Народа больше, чем в Китае. Ой, два китайца рядом стояли. Оглянулись на меня. Это мы еще на кассу не ходили. Сейчас еще будем до завтра стоять на кассе. О, финики. Купи два, получи один подарок. Можно взять на подарки. Перевеса не будет. В
вручную кладь. Хотя 37 дирхан, это получается $10, блин. Все, вот она, все. Вот такая вот упаковка такая вот фиников. Ну, придется что-то ставить здесь. Вишни, клубника. Бананов миллион. Помидор. Вся продукция прям такая отобранная. Все выглядит максимально идеально. Нет ничего такого подгнившего, да, ничего такого подпорченного. Вот так вот выглядит секонд в Дубае. Все навалено, все это по 10 дирхан каждая вещь. Это по 70 гривен примерно. Мы взяли 3 футболочки. Это, конечно, не секонд. Это нормальная вещь, просто оцененная. Так, вот мы уже накупили сувениров домой. Для всех наших родных и близких. Ну, вот эти 3 пакетика, это примерно у нас вышло $100. Да. Даже больше. Примерно, да, $120. Это мы накупили всяких там шоколадок, всяких футболочек, магнитиков, сувенирчиков. Приедем, будем раздаривать. А, вон, и Юля себе обезьянку чи-чи-чи купила. Обезьянка чи-чи-чи. Ну, поехали домой. Все, поехали в гостиницу. Дотя, да, сказала очень тихо, так что вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы будем снимать для вас новые видео. Бум. Бум. Бум.